Приветствую вас. На момент записи этого ответа у вас не было ни одного комментария от моих коллег. Что немного странно, потому что обычно вопросы такого типа довольно популярны. Существует очень много точек зрения. Этот вопрос, как правило, диаметральных. Кто-то говорит, что есть дружба, кто-то говорит, что нет. Вот. По моим наблюдениям, большинство склоняется к тому, что дружбы между мужчиной и женщиной нет. Вот. И связано это во многом с тем, что, по сути дела, значит, связано это во многом с тем, что мужчинам очень часто тяжело дружить с женщиной, потому что, ну, если мужчина дружит с женщиной, то у него рано или поздно возникает соблазн к тому, чтобы с ней сблизиться. И это, в принципе, нормально в данном случае. То есть это искушение. Вот, и как любой человек, который оказывается перед искушением, значит, он может оказаться в его плену. Но опять же, давайте подумаем, когда человек оказывается в плену искушения, когда у него есть какая-то потребность. То есть, что это значит? Если мужчина, например, долго без женщины, допустим, долго без женщины, или у него ее нет вообще, а вот, либо у него проблемы в своей семье, которая, ну, допустим, или в паре, и при этом он дружит с женщиной, то, конечно, у него рано или поздно возникнет желание какие-то. Потому что женщина рядом, она вроде бы к нему настроена доброжелательно, и, естественно, появляется соблазн. Соблазн — это всегда желание, но... Во-первых, соблазн появляется у тех, кто объективно менее интеллектуален. То есть наибольшее количество, наибольший объем, наибольшую роль инстинкты и желания имеют у тех, у кого меньше развит интеллект. Или, лучше сказать, эмоциональный интеллект. Где-то даже речь не об интеллекте как таковом. То есть, когда человек не способен отслеживать свои переживания. Именно у таких мужчин возникает влечение к женщине-другу. Но если мужчина не имеет проблем в своей личной жизни, если мужчина обладает достаточно развитым эмоциональным интеллектом и четко понимает, что такое дружба и какова ее важность, я думаю, что в этом случае дружба между мужчиной и женщиной вполне возможна. При условии контроля мужчины своих эмоций, своих переживаний и понимания им своих желаний. Ведь понимаете, любое влечение к женщине-другу, по сути это дело, дружбу прекращает. Ну, то есть вы понимаете, да, что если мужчина и женщина переспят, то между ними вряд ли может сохраниться дружба. То есть она, может быть, конечно, и будет, эта дружба, но ее может и не быть. И вот осознающий себя мужчина, обладающий эмоциональным интеллектом и достаточно развитый умственно, он никогда такого не допустит.
А вот он понимает, что секс это секс. Его, в принципе, можно получить с кем угодно. А вот дружбу, дружбу потерять очень легко. И восстановить дружбу довольно тяжело. И если ты дружбу потерял, то, то ее можно больше такой и не встретить. Вот это вот очень важный момент. Другое дело, что у нас такие мужчины, ну вот в России, таких мужчин достаточно мало. Это и стереотипы женские, то есть стереотип того, как женщина воспринимает мужчину. Это и историческое развитие, так сказать, гендерных отношений. Это и исторически доминирующее положение мужчин в обществе и так далее. И вот за счет этого очень мало мужчин, которые реально могут дружить с женщинами. Которые вообще допускают, что с ними, вот с ними можно дружить. Но от этого не становится менее возможно сама по себе дружба. В частности, вот в Европе, например, в Америке очень много мужчин и женщин, которые просто дружат. Самый яркий пример, это пример вот Германия, где в ресторанах сидят мужчины и женщины, и совершенно спокойно там трапезничают, да, и, в общем-то, общаются как совершенно равные. И между ними дружба. У каждого из них своя семья, и никто из них не захотел бы, чтобы между ними что-то было, потому что это нарушило бы их отношения. А этими отношениями люди дорожат. И поэтому ответ на ваш вопрос положительный. А, и еще и потому, что мужчины умеют дружить. То есть мужчина может быть преданным, мужчина может быть другом, мужчина может поддерживать просто так. Тогда как я считаю, что дружба между женщинами как раз не бывает. Потому что женщины, если и готовы для кого-то жертвовать, то ради мужчин, ради тех, кого они любят, но не ради своих подруг. Именно в силу прагматичности женщин. Поэтому дружба между женщиной и женщиной для меня не существует, дружба между мужчиной и женщиной куда более реальна, но в рамках российских реалий это довольно редкое явление, хотя, на мой взгляд, в последнее время это, ну, как-то вот все-таки более ярко проявляется. Отсюда, конечно, надо сказать, что женщине тяжелее найти друга, искреннего друга, истинного друга, чем мужчине. Мужчине проще. Опять же, из-за того, как развивалось и развивается российское общество. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Надеюсь, что он был вам полезен, мой ответ. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!